А где это мои дети, а? Смотрите, что у меня есть. Что такое, пап? О, тебе посылка, тебе посылка и тебе. Вот это я понимаю посылочки, папа. Ну так смотрите, я вам больше в этом месяце сладостей не покупаю, там и так хватит. Так что давайте, растягивайте. Хорошо. Так, ладно, уроки сделал. Что-то сладенького захотелось. У меня там, по-моему, что-то оставалось. Ага, что-то оставалось. Что-то как-то я их быстренько все съел. Фу, невкусная какая-то. Надо пойти к Софии сходить. Может, у нее еще что-то осталось. Она, кстати, не так любит, как я. Угу. Рисует, значит. Отличненько, отличненько. Рисуй, рисуй. Где мы тут свои конфеты спрятала? Тут нету. Саша, что ты хочешь? Что тебе надо? Да ничего, решил просто проверить, как там у тебя дела. А что это ты там такое? А, рисуешь. Ну ладно, ладно, рисуй, рисуй. Не буду я тебя отвлекать, пойду уже. Ну ладно. Да, красиво у меня получается. Нет, что-то я у Софии мало конфет взял. Все равно у нее там конфет еще много было. Она их не ест. Они не нужны, а мне они как раз нужны. Так, к ней больше не пойду, она меня может заподозрить. Пойду проверю, что там у Арсения. О, спит как раз. Ха, проще простого было. У него еще даже парочка осталась. Не понял. Было же больше конфеты, где мой ММДМС? Это точно София пришла, мои конфеты потырила. Ах ты мелкая воровка! Ты зачем все мои конфеты украла? Арсений, ты чего? Я не брала твои конфеты. У меня вон своих целая коробка. Иди посмотри. Смотри. В смысле? Где мои конфеты? У меня же была целая коробка. Я специально их растягивала, чтобы на 2 месяца хватило. Как папа сказал. А, так это ты пришел говорить? Типа я у тебя их взяла. А на самом деле ты мои конфеты слопал. Где они? Ты что, София, да не брала я твои конфеты. Зачем мне они? А кто тогда? Может, папа или Саша? Или Саша. А к тебе Саша заходил? Ну, заходил посмотреть, как я рисовала. Но он ничего не брал. А ты уверена? Ты все время на его смотрела? Ну нет, я рисовала. Вот тебе и доказательства. А я спал и во время сна не мог у тебя ничего забрать. Точно, это был Саша. Он у нас забрал с тобой все наши конфеты. Ладно, пойдем-ка зайдем к нему. Пошли. Вот это я пообедал. Последнее осталось. Надо это все в мусорку выкинуть. Саша, Арсений, смотри, сколько у него оберток. Это он все наши конфеты съел. Какие конфеты? Я не ел ничьи ваши конфеты. А ну-ка покажи, что там у тебя за руками. Да ничего там нету, ну. А-а-а. Вот одна только есть. Вот это все, все мои конфеты. Стань-ка! Арсений, помогай. А- Опа! Ага, и как ты объяснишь, у тебя бы столько не было. Смотри. 3 баунти, Арсений, твой и мой. 3 ММДМСа и все остальные шоколадки.
Давай нам возвращай все наши конфеты. О, скоро вам верну ваши конфетки. Саша, это не шутка. Мы сейчас папе все расскажем. И что ты скажешь, что я твои конфеты забрал? Я скажу, что я их не брал. Не, ну ты что, вообще оборзел? А мы обертки покажем. Ха, напугала. Я скажу, что это сама все съела. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, кто это все съел. У нас же есть дома камеры. Точно, София. Сейчас мы разберемся, кто брал. Пап, пап, у нас все дела. Ты можешь камеры, которые у нас в доме, посмотреть? А что уже произошло? Я не понял. Да тут у нас наводочка одна есть. Да-да, пап, то, что у нас в доме вор конфет появился. Каких конфет? Ничего не понимаю. Ну, давайте посмотрим, ладно, что. Так, подождите, кто мне звонит? Алло. Ну, свободен, да. Ну, сейчас приеду, хорошо. Куда? Короче, все, со своими конфетами разбирайтесь сами, мне ехать надо. Давайте. Папа, ну и куда ты пошел? А конфеты? Какие конфеты? Мне еще с вашими конфетами. Я вам купил конфеты и все. А уже кто съел, сами разбирайтесь. Не, Арсений, это не дело. Надо с ним разобраться. Вот так будет у нас все время конфеты есть. София, да не, я с друзьями договорился погулять. Разбирайся сама. Сама да сама. Всегда сама. Друзья ему важнее, чем его конфеты. Не, ну я так это не оставлю. Пускай нам покупают все эти конфеты или возвращают. Деловой нашелся. Все наши конфеты съел. Где-то мой Нерф. Ролики, ролики. Нерф, где пульки? О, а вот и пульки. Сейчас я незаметненько его проучу. Отлично бьет. Ага, лежит. Сейчас я тебе отдохну. Что это было такое? Ну, в голову попало. Что это? Откуда это? Ну, кажись, он идет. Странно. Странно, что я ничего не понял. Сейчас еще раз возьму. И опять в голову. Что это опять? Не, надо взять другую. Это маленькая. Сейчас я ему устрою сладкую жизнь. Так, какой бы мне Нерф взять? Нерф, Нерф. Надо какой-нибудь помощнее и побольше с пульками. О, вот такой неплохой. И рядом с ним масочка такая хорошая. Ух ты, все желтое. Осталось обойму найти. Ну все, обойму зарядила. Должно хватить. Идет. Ну иди, иди, сейчас ты у меня получишь за конфеты. Ну сейчас я возьму Нерф. И кто б меня стрял, получит. Ай, в глаз! Возвращай конфеты! Это была что-то пена. Я научил нёками пользоваться. Саша, возвращай мои конфеты! Как я их могу вернуть? Я их сейчас ел! Как хочешь, возвращай! Хотя погоди, почему я здесь прячусь? У Саши же Нерфа нету! Точняк! Придумала. Руки вверх. София, ну перестань, ну блин, нет у меня конфет. Садись на стул. Не буду. Садись. Садись, я на твой глаз буду стрелять. Что ты хочешь? Свои конфеты. Не будет у тебя твоих конфет, я их все съел. Будут. Садись на стул. Я сказала будут. Может, конфет не будет? Ну, значит, ты будешь отрабатывать все наши конфеты. Ну, только ты не стреляй больше, особенно в глаз, а то у меня фингалы будут, как я в школу пойду. Ладно, в глаз не буду, но сиди. А зачем ты меня закручиваешь? Чтобы ты посидел часов 10 и подумал. О чем думать? О чем, что конфеты чужие брать нехорошо. Софийка, ну пожалуйста, можно я не буду? Поздно, надо было сразу говорить об этом. А сейчас посиди, подумай.
Блин, угораздило меня эти конфеты взять. Вот именно, сам виноват. Все, завязала. А вы были на канале Брошоу. Ставьте лайки мне. Подписывайтесь. Так и быть, на их канал. И никогда не воруйте конфеты. Особенно у младших. А ты сиди. Посиди, подумай. Ладно, ребят, пока-пока. Не берите конфеты у братьев и сестер. Ну, София, ну хватит, я уже и так сижу.